День добрый, уважаемые садоводы! Меня зовут Павел Письменный. Я менеджер компании «Сингента». Мы находимся в предприятии «Карачанский плодопитомник». И скажу без преувеличения, это номер один в садоводстве Белгородской области. И нам удалось пообщаться с генеральным директором Городовым Виктором Ивановичем. Мы сейчас находимся в саду, который был посажен в 1975 году. Отрасль садоводства у нас одной из самых затратных в сельском хозяйстве, поэтому трудностей хватает. Самое главное, это нужно вырастить красивые, вкусные яблоки. Защита – это один из самых главных элементов в этой отрасли. Стоит на один день там, или на два дня упустить и не защитить вовремя, мы получим паршу, либо получим плодожорку. А это получить паршу, это яблоко уже не соответствует качеству. То есть на сегодняшний день все хотят купить яблочко чистенькое, красивенькое, а парша все уже продать это тяжело. Раз продать тяжело, это значит носок. Ну а носок это получается дешевле себестоимости. Почему решили испытать препарат Миравис у себя в насаждениях? Препарат Миравис новый. Мы находимся в том месте, где мы решили его проверить. Этот сад идет яблоко на переработку. Здесь зараженность очень большая. Практически, ну, наверное, половину с весны защищаем, чтобы только сохранить яблоко, чтобы не осыпалось, чтобы плодожорка и в начале сезона не повредила, иначе мы потеряем просто урожай. Поэтому на этом участке мы и испытываем. Как показал себя Миравис именно на этом участке? Остались ли вы довольны результатами этого опыта? На сегодняшний день практически вся линейка препаратов от парши очень слабая. То есть, если раньше мы, допустим, работали раз в две недели, то сегодня нам нужно работать практически каждую неделю. То есть 5-6-7 дней нам обязательно нужно работать от парши. Но Миравис у нас показал, что мы работали две обработки через 14 дней, и он вот этот период удержал. То есть это поможет нам на следующий год сэкономить препараты, естественно, деньги. Себестоимость защиты будет немножко дешевле. Ну, Миравис показал то, что мы получили качественное яблоко, чистое яблоко, естественно, красивое яблоко, вкусное яблоко. Естественно, мы его будем использовать в своей системе защиты.